продолжаем. Я поиграю за другого персонажа. Наташа тоже почему-то решила смениться. Я хочу посмотреть другие амулеты. Он на ланге. Ага. А у меня у этого мужика, оказывается, все-таки свой конкретно амулет. Он у него... То есть вот первый амулет у него конкретно свой, похоже. Я его не нашел у других персонажей. А вот все остальные дублируются от других персонажей. Странно сделали немножко, ну ладно. А я своей взяла, значит... сейчас скажу. Руну взяла... Ну, в смысле, амулет взяла на лед. Направьте силу богини ветра и обрушьте ледяную волну, превращающую ваших врагов в хрупкий лед. Вот посмотрим, как оно. Опять как огонь будет вокруг? Или как-то направлено, может быть, я не знаю. У меня у нее еще один амулет открыт. Тоже не смотрела. Свяжите врага смертоносным магическим лучом. Используйте его, чтобы уничтожить всех противников между ним и вами. Как это вообще? Я не представляю. Там прицелиться в какого-то дальнего и потом бегать, что ли, всех косить этой веревкой. Я не очень понимаю. Вот про этот, я так понимаю, это... Лед. Да-да-да. Вот. И я потратила все деньги... За прошлый заход, сколько мы заработали, я все деньги потратила на винтовку последнюю. Саш, покажи. Ага, уже открыл. Вот эту, вот, да, я так вот понимаю? Вот на эту, да. Да. Я даже зашла, немножко потестила ее на первый уровень, на самый-самый легкий. Вот. Стреляет она примерно как моя сейчас DLC-шная, но чуть-чуть поменьше буквально по урону. Вот сравни с последней. Вот винтовочка. DLC-шную. Покажи, ага, вот. Ага. Видишь, какой у нее урон? И какой урон у предыдущей, вот. Ну да. Там делает, правда, 3 выстрела, но они бьют гораздо меньше. И в совокупности урон получается поменьше, чем у той. Но я не знаю, в принципе, если поставить рунки, то она, ну, нормально бьет. Рунка на рикошет мне показалась как раз вот с каждого выстрела отрабатывает. Но, опять же, кто его знает, может, мне показалось. У человека столько нападало прям. Да. Вот я первый уровень прошла и забила винтовку всю рунами. Везучка. Но мне не попала руна, которую я хотела. Понятно. В общем, такие дела. И еще есть один минус у этой винтовки. Если то я практически ваншотала, вот, ну, таких слабых монстров, то с этой, получается, раз на раз так не приходится. Периодически остаются они живые, и приходится стрелять еще раз. А это опять 3 патрона. То есть вот это большой минус. Либо переключаться на пистолет и добивать из пистолета. Ну, тоже не очень удобно. Ну, странная штука немножко, конечно. Ну, вот. Я еще хотел показать, у нас, оказывается, мы там на уровне пропустили одну реликвию, и при этом у нас как-то разбились они теперь. 2 комплекта не собраны, и начали уже третий собирать. Не понимаю, как так вообще могло получиться. Ну, потом надо будет пробежаться, поискать. Просто у нас, по идее, все предыдущие уровни собраны. Ну, как бы да, вот один единственный не собран. Сейчас мы в новый пойдем. Видимо, они раскинуты по разным уровням. Странно они сделали, зачем так до этого раскидали их? Собираете? Неправильно. Ладно, поехали. Попробуем, посмотрим, что получится. Я тоже хочу себе потом, как у тебя, винтовку сделать, конечно. We joined the strange brigade. Hard at work, no doubt. So, I said to him, well, you Grace, that's how it's done in Manchester. If I could interrupt the merriment. Perhaps you had to be there. You're approaching the next location, where we believe a soul cage to be hidden. I must admit, I'm troubled by your most recent encounter. Oh dear. What? What that damnable witch thing knows about us now? Quite. Please take care, all of you. If Sateki decides you're a danger to her, she won't hesitate to try and destroy you. Но она же нас уже видела. И она нас уже неоднократно пыталась уничтожить. Я что-то не понял. Странно. Я, кстати, у себя болтливость комментатора вот этого сделал на среднюю. Точно, нужно тоже
поменьше сделать, а то он постоянно перебивает. Reports of sinister sorcery. Sounds like a classic adventure for the Strange Brigade. Ну, возможно, его еще ниже нужно сделать. Меньше, точнее. Вот смотри, в настройках есть в звуке прям бригадная болтливость, а в описании изменить частоту комментариев рассказчика в игре. Я так понимаю, это он. Есть макс, высокие, средние, низкие. Я оставил пока средние, не знаю. Может быть, есть смысл вообще в низкое включить. Угу. А то он реально иногда не к месту раздражает. Самый неудачный момент, когда начинает твой персонаж болтать, и автор еще там орет что-то. Да-да-да. О, вот так она стреляет. Угу. Look out, grenade! Ой, у меня персонаж такой... какой-то нудный такой. Just what I need. The disquieting silence somewhat ruins the splendid view. Он все равно болтает, гад. Не, ну... понятное дело, болтает. Здесь такая какая-то атмосфера, я не знаю, как это, вулкан, что ли? Пепельная, да, такая какая-то? Как-то так. Пойдем? А, стоп, что пойдем? Наверное, тут можно во что-то пострелять. Ну, это я тоже смотрю, что тут. Да нет. А мы, кстати, говорили, как мы с лодкой разобрались на одном из уровней? Нет, не говорили. На втором уровне, да, там, если помните, была лодочка, где были такие скоробейчики нарисованы. 6 штук. Вот, нужно было, короче, с этого мостика пострелять, зомби побить. Внизу, набить 6 штук, да. Издалека их так расстреливать прям приходилось. То есть 6 штук нужно убить. А они нас сбили этим, конечно. О, круто, смотри, туда. Видочек такой. Да. О! О, круто. Oh, I say, what keen eyes you have, Strange Brigade! А мы откуда пришли? Вот отсюда? Да. Вроде. Сверху как раз. Вот здесь вот мы стояли, смотрели. Вон, видишь мостик? Я не там. Ну да, да, я понял. Где 1000? Угу. Кошку смотрю. Должна, по идее, где-то быть уже в этом районе. Ну, кошка-то мяукнет. Вот я... О, я и оббегаю разные стороны, пока ты там догонял. Perhaps exploration of this quietly quaint hamlet will reveal some secrets. Я поняла, что мне это напоминает. Все вот вокруг, вот этот уровень. Пятый резик. Nobody home. That seems rather ominous. Я книжечку нашел. А, подожди, а как туда залез? А вот здесь вот проход был. А-а-а. Вот, беги да дальше. Все, поняла, иду. Я просто думаю, ты пошла. А я что-то отвлеклась в ту сторону, начала рассматривать. Я думаю, схожу сюда, гляну. Правильно, правильно, молодец. Пятый резидент. Прям вот. Очень похоже. Вот эти оттенки тоже неяркие. Да, есть такое. Чего на нас не нападают, интересно? Где?
Где народ-то весь? Странно. Ящик похож на ломаемый такой, да? Да. О, красавцы. Наконец-то. Один, что ли? Ну, как-то да. Time to reload. Ага, вот сюда зайти можно, по идее. О, еще лезут. Во, здесь вход есть. Угу. А тут сундучок маленький. Бери. It belongs in a museum. Я тоже маленький нашла. Тот, который на 500. Угу. Там наверх еще подъем есть. Еще один маленький. Что? То есть понять, где мы. Там выход наверх, что ли, идет? Ах ты гад. Да умри уже, надоел. Я тут просто поднялся и пытаюсь понять, где я нахожусь. А, во. I'll take this for safety. О, камушек. Oh, now you've got a gem for your gun. Быстрый огонь. Хороший камушек. Да. А я арбуз нашла. И как оно? Разорвало его. А, понятно. Это жестокое. Чё это? Надо было порезать и съесть. О, вот здесь, наверное, можно взорвать и открыть. Скорее всего. Только один фиг, это же мы здесь были. А, нет, слушай, мы тут не были. Сейчас, подожди, я тоже гляну там. Ну, я заберу сундучок здесь. Забирай. Тут только место-то и есть, в общем-то. Больше нечего. A ghoulish looking graveyard with a key in plain sight, no less. But alas, 'tis locked. There's some brain work needs doing here. А что это? А, вон. Hunt for another lever is on. Ага, понятно. А где ты их нашла? Вот, рычаг в стене. Ага. Ага, еще один нашел. А, так их тут два и должно быть всего. Ye gods, does nothing have the manners to stay dead anymore? Опа. Ну, здрасте. Бегу, я далеко от тебя. Look out, grenade! Кошка где-то. Кошка где-то, ага. Я не вижу кошку что-то. Давай искать. Она на тебя, я так понимаю, триггернулась-то. Похоже, что так. Я вот здесь зашла, она мёкнула. Вот он. А, нет, это не она. Все, пропало, походу. Слышал звук? А, то есть она пропадает? Ну, я подозреваю, что да.
Не, ну вы, ребят, конечно, молодцы. То есть во время боя надо было ее искать. А, во, вот она. На тебя все-таки. Или на меня, но она в том месте была. Я зашел после тебя уже. Так что на тебя. Ага. Ну, давай искать. А ты видел уже, да? А, вон, наверху. Кого? А, это да. Только я не пойму, там... Там две коровы. Штучки. Потом верхний. И еще корова, по-моему. Да, корова. Отлично. Сундучок тут забирай. Опять маленький. Угу. Ну что, можно забирать, наверное, его. The key to success. Onwards, Strange Brigade. Это чего, души тут? У тебя тоже тут душки? Да. Кто? Душки. Душки, душки. Сюда заходил? Нет. Тут сундучок маленький есть. Забирай, наверное. Потому что я уже кучу сундуков открыл. Это 500 монет, наверное. Да, обычно так и есть. Ну, тут еще один маленький, но я его заберу тогда. Yes, rich rewards for a job well done. Так. Ой, иди-ка сюда, урну вижу. Там прям. Ага, quite the top shot there. А тут и не перейти нигде. Не, нам туда. Я поняла, в ворота. А эта кошка там старая светится. Ну, вроде можно дальше, да? Угу. Что-то я не понял свою способность. Serving your country. Тут большой сундук и маленький сундук. Зелка. Опять 500 монет, даже в большом. Ну и маленький забирай тоже на 500. Будет 1000. Это как-то документы не попадаются. А, ну да. Но это надо по всем углам смотреть. Они могут быть не только около лежанок, они... Ну, вон, в домике отдельном вообще были, получается. Они даже вот так вот могут лежать, около стены где-нибудь или среди улицы. Понятно. Я первый уровень, когда пробегала, вот тестировала эту винтовку, там еще 3 штуки нашла документов. Угу. Вот, давай запустим, наверное, да? Давай. According to department records, the people of this region are well known for their hospitality to strangers. Remember to return any kindness they show you. Hopefully some villagers escaped before the evil descended. As for the others, though.
Странное местечко на селоне города. Такое. А, вот тут подъем какой-то дурацкий. Зачем-то? Зачем? Странно, да. How to lower that bridge? That was lucky. Какой мост? Подожди со своим мостом. Well, I say, a misfire, perhaps? Mm-hmm. Зачем тут дверь? Прямо вот в реку. А? А, нет, там почти в реку. Да тут дверь прям в реку практически. Здрасте. Я в доме. Меня рядом нет, так что аккуратнее там. Ага. Чего вылазить-то тут? Ну давай еще из этого вылези. Нашла маленький сундучок. О, вылез. Тут монет. Я большой нашел. Tantalizing treasure perks of the job. That well-lit building looks rather official. Perhaps it has some leverage over the bridge. Так, тут сундук за деньги, за 500. О, давай, возьму. Ammo. How fortunate. Ладно. What magical munitions have you unearthed here, then? Ага, мне то же самое похоже, что тебе дали. Странно. Столько тут всяких закутков непонятно. Бесполезно. Сказать. Ну как бесполезно, здесь пока достаточно насыщенно в плане сундучков, конечно. Я в плане каких-то таких, стоп, более глобальных, а, показалось. Более глобальных вещей. Угу. Погоди, а сюда как попасть? Я не поняла. Extra remittance. О, книжечка. Куда туда? Вот сюда. А-а-а. Давай книжечку заберем, пока не забыли. Там реликвия внутри. Да, я видел. Не-не-не, не сюда. Не туда. Вот сюда. Could be some jolly useful information there. Ну-ка, ну-ка. Так, реликвия здесь. Надо там что-то где-то. За домом, похоже, надо как-то обойти. Ну-ка. Нет, а тут вроде ничего такого не было. Еще дальше. Да нет, ну вот, а куда? Здесь вот можно. Ну, здесь... Может, после того, как мы кристалл активируем? Вон она, дверь эта, которую надо выбить, подожди. Вон лесенка вниз есть же. По-моему, там просто спуститься нужно вот может с крыши. Может быть, может быть. Давай посмотрим. Или там нельзя подняться на крышу, я вот не помню. Через дом можно на крышу подняться. А, ну вот крыша. Подняться. Крыша, а вот лесенка. Ну мы сюда спускались. А. Нет. Вот вопрос. Как интересно. Где-то какой-то рычаг нужно нажать? Может быть. Надо что-то искать.
А, во, может быть, отсюда подорвать нужно? Вон она кнопочка. А, нашел, молодец. Я хотел сначала туда гранатку закинуть. Да, открылась. Молодец. Пожалуйста, я увидела. Good show, Strange Brigade. That's one for the mantelpiece there, all right. Все, там больше ничего? Да, ничего нет больше. Ну, хорошо. Ну, так. Я бы не отказался еще от камушка там какого-нибудь. Ага, сундук. Так, ладно. Где? А вон на той стороне. Вот он болтается. А-а-а. А его можно отстрелить, кстати? Ну, можно сейчас, конечно, отстрелить. Зараза. Опа. Это очень не вовремя это сделал. Open, but at what cost? Я не думал, что сразу эта фигня запустится. What's this? A bombardier over troubled water? Bombardier. Watch out, Strange Brigade. This is an explosive situation, to be sure. Осторожно. Ага. Ого. Они со всех сторон лезут, осторожно. Ой-ой-ой-ой, они сзади. Да. Ты посмотри, какое количество. Ну как-то я не поняла ее. Очень узко-узко бьет. Ага. Видишь, какая полоска узкая? Только в коридорах применять ее. А, бочка, бочка. Мне не нравится эта фигня ядовитая. Она как-то неэффективно справляется. Ух ты. Это что было сейчас? Это этот бык. А тут бык, что ли? Да. Обалдеть. Да успокойся. Тут еще взрывающийся, что ли? Откуда он кидает? А, вот он. Ой, чуть не померла. Это вот что сейчас было? А чем ты их треснул сейчас? Я их ничем не треснул. А как они померли все? Никак. Ты по ним стреляла, я по ним стрелял. Не-не-не, потом просто куча еще оставалась, и они такие трын-трын-трын, и все. А, ну, видимо, просто набили нужное количество. Да. А ты пробовала своей автоматической винтовкой стрелять быстрым кликом одним? Да. Попробуй ради интереса. Пожалуйста. Быстрым прям так. А, по три, да? Да. А покупная вот эта за 500, она вот так вот делает. А если держать, она стреляет. Ну, это другая, значит. А, она много стреляет, понятно, все. А это только по три штуки делает. Кошка. Опа, где? Где-то сзади слышал ее. Вон она внизу. Ага, вижу. Does this little kitty have a treat for us? Бутылочка, если попадется, свистни. Ага. Вот надо было предупреждать, я чуть не подошла туда.
Это дальше, что ли? Нет, погоди, там секретка, похоже. О, бутылочку хочешь, на? Давай ты зайдешь, а потом выйдешь. Ладно, выходи. Да не, вроде безопасно. Я думал, там подстава, если честно. А там деньги были. Ну, деньги-то ладно. Там этих денег так много, конечно. Насколько есть все? И сколько золота? А дали сколько в итоге? Дали 140. Всего-то. Так. Ты туда, я сюда хочу сходить. А, здесь тупик. Ну ладно.